Юся нарядила Юсю в костюм Маркса, он ему давно мал, как-то он ему не очень, а Юсе вот хорошо, только вот лапки пришлось подогнуть, и хорошо, что они подгибаются, что у нас лапки западают всегда, такой красивый, мне нравится, крылышки. Видно? Дождь начинается, поэтому хоть чуть-чуть погулять. И ангелочек. У нас наконец-то пошел снег, но на улице минусы нет, что там вообще 1 градус. Я надеюсь, что сегодня вечером буду гулять уже по снегу с собаками. У нас же был такой, но очень быстро очень растаяло. Но сейчас хотя бы на машине что-то есть. Сейчас поеду забирать корм. Я заказывала на Озоне и сниму, что я еще там заказала. Ну, такой расходник, я особо ничего не покупаю, только то, что нужно каждый раз. Вот. И потом на почту отправить письмо и домой, потому что в такую погоду, ну, только в машине. Даже собаку нагуляю по 10 минут и все домой. В общем, я получила заказ, там корм большой, 10 килограмм. Я Зоогурман сейчас беру, моим собакам просто отлично подошло. Мы уже давно ушли с Хиллса, он по цене намного меньше, особенно когда много берешь. И по составу вообще мне нравится. Есть консервы Зоогурман, сейчас стал производиться сухой корм. Моим собакам вообще подходит. И вот такой корм я заказала чисто как лакомство. Он тоже у нас дорогой был, по скидке вообще. Оформление классное, по-моему, такой в 4 лапах тоже есть. Вот. Просто я не покупаю лакомства в основном, такие для поощрения. Я даю корм какой-нибудь новенький, они за радость едят, ну там 2-3 корминки. Здесь 0,5 килограмма, и вот скажу как совет, какой-нибудь такой пробничек купить и давать для поощрения, команду учить. Мои прям вот, ну, любят такое дело. А лакомство по 100 грамм, там по 60 покупать за 200 рублей, я как-то это... Я отошла от этого, взяла еще вот такой пояс, как у чайки для Маркуса. Это размер М, он такой вот большенький. Вот, это я все сезон заказывала. Там скидки, баллы вообще... Постоянно сезон заказываю, в магазин не хожу, все, что мне нужно, я заказала, забрала в пункте выдачи с бесплатной доставкой. Это никакой не пиар, просто я знаю, что меня много смотрят собачников, все абсолютно там заказываю. Опять взяла Лайну, вышла мне в 30 рублей, пояс 150, корм где-то примерно 100 рублей мне вышел по скидке. Взяла еще мяч конговский, Юськин. У нас... Ну, у нас, в принципе, есть мячи, но я на запас беру, они просто не всегда есть в наличии. Ну, также сезон там все что угодно, можно сказать, и для дома я заказала не себе, такие картриджи, вот для этой херни. Ну, это типа как электронная сигарета на солевом никотине, короче, не будем углубляться, просто если кому-то надо, то там вот 3 в наборе за 600 рублей всего лишь. А так они по 350-391, если покупать в вейп-шопах там где-нибудь, то... Вот. Корм уже большой показывать не буду, там огромная пачка, вот, 10 килограмм неприподъемная. В принципе, смысла и нет показывать, я просто вставлю фотографию с сайта. Он тоже недорого выходит, где-то он 2400, и еще и по скидке можно купить его. Там 10 килограмм, но есть всякие упаковки. И полкило, и килограмм, 2, короче, попробовать можно. Вот такое я еще не брала, но это просто у нас будет как лакомство. Мне сегодня снова нужно разобраться в комодах, постирать вещи, потому что один раз ходишь, и вот такое вот уже не оденешь. В общем, все перестирывать опять надо. Это у меня такой отдел, который для гуляния. То есть мы там вот погуляли, я все сюда складываю. Также буду мыть полы с Лайной, потому что у Юси течка сейчас, и она с кровью, все надо вымывать. Вот, ну и пописать все равно были. Мы же не до конца приучены на улицу. Короче, все будут отмывать. И это средство помогает удалять именно метки животных, а не просто вот там пописы. Буду брать еще, заказывать сезон. Они там по 40 рублей штучка. Вот этой штучки хватает на целую помывку. То есть в ведро добавляю все 30 мл и добавляю себе 3 литра воды. И мойте. Мне нравится, запах хороший. Они есть большие упаковки. Ну, в общем, эффект лучше, чем, например, от пропера для животных. Именно потому, что он удаляет запах меток, чтобы собака еще раз на это место не ходила.
Доброе утро, сегодня 12 ноября. У нас на улице ужас, как всегда, ни снега, ничего нету. Постоянно какой-то дождь, грязь, и с собаками гулять невозможно. Во-первых, они не любят такую погоду, и я тоже не люблю, потому что они постоянно очень грязные, их приходится почти полностью мыть. Сейчас пойду гулять, только встала, блин, даже стакан не убрала. Вчера уснула, попила чай. Кстати, стакан этот у меня с названием канала. Вот, Симчик еще маленькая. В общем, сейчас пойдем гулять, и, скорее всего, костюмчики надо будет одевать. Холодно. Пойдемте гулять. Пойдем. Пойдем. Жду подругу с ее дочкой, потому что мы сейчас поедем в торговый центр, ну, там детский мир, за продуктами, короче, кто зачем. Стою, жду. Дождем. Он так смотрит. Чего, мама ушла, думала, ты спишь, а ты взяла и проснулась. Что случилось? Давай приветик передавай всем. О! Фоткала? Ага.